Центре реабилитации инвалидов «Меридиан» состоялась благотворительная ярмарка работ людей с ограниченными возможностями. Здесь были выставлены работы порядка 40 человек. Все собранные средства пойдут на материальную помощь участникам и на развитие центра. Особенные подарки от людей, как кажется, с неограниченными возможностями представили в Центре реабилитации «Меридиан». Сегодня здесь состоялась ярмарка, аукцион творческих работ подопечных центра. Этой традиции уже несколько лет, но впервые участие в фестивале доброты принимают дети и подростки. Для мастеров это возможность показать, что они могут творить наравне со всеми. Хочется особо привлечь внимание к этим людям, к их проблемам, к их желаниям, к их творческим возможностям, показать, что это не только люди с ограниченными возможностями, но и люди, скажем так, с неограниченными творческими возможностями, что и показать их желание, что они хотят жить, трудиться и развивать свои способности во благо общества. То есть не просто быть иждивенцем, а приносить пользу. Для них это очень важно. Здесь представлены удивительные работы, которые сможет сделать далеко не каждый обычный человек. Искусная резьба по дереву, сложнейшие узоры на платках и еще десятки творческих находок. Поддержать акцию решили депутаты города, представители предприятий и организаций, а также работники сферы культуры, часть своих денег направив на благое дело. Все вырученные средства от продажи работ пойдут на помощь участникам выставки и на нужды центра «Меридиан».